О, что? Чего, блин? В смысле, я через трубу умею ходить? Это баг? Через эти трубы можно ходить? Всегда было? Я первый раз такое вижу. А, интересно. Но при этом через вот эти нельзя ходить. Через подземные, типа, можно ходить трубы? Потому что это обновление, там обновление что-нибудь скачивал. А, кстати, вот так вот не даю. А, потому что торчит немножко, да? А, интересно. Здесь я могу спокойно ходить. Ага. И так, что-то не помню, что такое раньше было. Так, что мы хотели? Мы хотели каменные... Так, что нам вообще надо? Во-первых, в электропечках нам надо переплавить камень в каменный блок. Дальше. В не вот этих уже, а вот по вот этому рецепту, в литейных. Мы каменный блок, расплавленное железо, вода совмещаем воедино. Затем в... Получается, обратно... У нас же нету здесь железобетона. Так, железобетона вроде рецепта нету, поэтому мы обратно перемещаемся в... А, ну как в обратно? Здесь у нас электропечи, здесь литейная, здесь... как они, сборочные автоматы. Вода, бетон, железный... О, железный пруд. Ну, наверное, блин, я не знаю, железный пруд отдельно конвейер делать вообще не хочется, если честно. Для меня, наверное, железный пруд это что-то в районе медных кабелей, которые как бы на конвейер пускать особо смысла нет, потому что они мало где нужны. У них конкретно несколько рецептов, вот можно даже посмотреть. Медный кабель, он нужен только в рецептах. Так, это медный кабель собирается, то есть... А, ну во всяких столбиках нужны. Ну это херня. Эти штуки нужны, маяки. Маяки, ну маяки такое тоже себе. Вот как бы схема и схема. То есть в основном они будут использоваться здесь. То есть отдельный конвейер им не нужен. Блин, какие вот эта штука читерная, это жесть. Все просто палит. А железный пруд, как бы, тоже столбики, рельсы, и вот это не нужно. И железобетон. То есть не очень много нужно. Так, тогда. Блин, вот эта штука как бы... Не... Короче, она отличается от всяких хелл-модов тем, что она встроена в игру. Хелл-мод не встроен в игру. Поэтому это читы. Так, нет, сейчас... О, давайте, короче, рассчитаем. Кого я хочу? Железобетон рассчитать. Ну, например, я сколько хочу? Ну, мне много, наверное, железобетона не надо. Я бы два заводика бахнул. Чтобы бетон, скорее всего, будет быстро крафтиться. 15 секунд, 10 штук. В этих заводах в 4 раза быстрее. То есть 4 секунды примерно. 15 штук, можно сказать. 4 секунды, 15 штук. Ну, как будто бы... Я думаю, либо 2 литейных, либо 4 литейных. Вот насколько много мне нужно этого железобетона? Вот он делается по 15 штук, а тебе сотня нужна. Ну да ладно, давайте, если сотня нужна, здесь сотня, сотня там. Этих, скорее всего, много очень нужно. То есть эта штука 5 блоков примерно стоит, поэтому она, наверное, стоит сотню. А это по 20-ке жрет на одну. Ну блин, ладно, хорошо, давайте 4. А, так, 4. Поехали. Где мой калькулятор? Сюда калькулятор. Так, он захвачен? Я надеюсь, он все это время не висел. Не висел же, да? А, так. Место у нас пока есть. Давайте сюда. Железобетон. А, смотрим. Факторио. Так, железобетон. 10 штук за 15 секунд. 10 штук за 15 секунд. Делается он в обычном сборочном, значит, у него нет продуктивности. Как это называется? Производительность. Эта хрень называется. Базовая продуктивность. Да, это продуктивность. Кстати, правильно назвал, это неважно. А делаешься ты пока что в обычном заводике с скоростью 0,75. Получается, скорость у тебя 75. Так. А зачем я это рассчитываю? Мне, кстати, железобетон не надо рассчитывать.
Я уже его рассчитал. Мне надо именно что-то для железобетона рассчитывать. Да. Нахер мне этот рецепт? Мы рассчитываем то, что нам нужно, сколько бетона нам нужно. Вот это нам нужно рассчитать. Обычного бетона. Здесь я определился, все, 4. То есть здесь я максимум могу просто посмотреть, сколько у меня будет тогда этого производиться в минуту. То есть вот так, по-моему, да, надо сделать. 45 в минуту. Наверное, да. Нет, это у меня два завода получилось. Ну, короче, как-то... Ну, это я не умею делать. Не знаю, как-то, возможно, можно. Давайте просто бетон посчитаем. Так, бетон. Ну, если я здесь 4 завода укажу. Это 180, наверное, где-то, да, будет получаться. Вот бетон, короче, погнали считать. Рецепт бетона требует... делается 10 за 10 секунд. 10 за 10. И вот у него уже есть продуктивность. И продуктивность у него 50%, потому что он делается в литейной. Это я не тот рецепт, кстати, смотрю. А, все равно 10-10. Окей, неважно. Так, а нужно нам его с коликом? Нужен он нам вот в этом рецепте. Нужно нам его 20 штук за 15 секунд. Эксель, да. Он самый. Так, еще раз. 20 штук за 15 секунд. 20 штук. Не сюда. 15 секунд. Здесь завода количество 4. Производительность 50%. Скорость 4. Здесь скорость 75. Нет, здесь скорость 7, да, 75. В обычном этом автомате его делаем. Одного завода хватает, да? Может быть, рассчитай так, чтобы было... Ровно один завод? О! Жесть, ровно один завод. То есть, если мы 6 построим... Короче, у нас тогда будет 6 этих штук. Один литейный завод бетона. Тогда теперь нам надо посчитать, сколько нам нужно этих. Каменных блоков. Каменный блок. Делается. Кстати, электропечи, какая его скорость? Электропечи, скорость... Скорость 2 у них. Окей, скорость 2. Так, делается 1 за 3, 2. А у тебя есть продуктивность? Нету продуктивности, да. Так, 1 за 2, 1 за 3, 2. Одна штучка за с нулем продуктивности, за 3 и 2. Каменный блок. Так, тебе нужно, получается, для одного завода ты делаешь со скоростью 2, для завода, который делается со скоростью 4, и надо тебе сколько? Каменный блок, 5 штук за 10 секунд. 5 штук за 10 секунд. 3,20. Ну, 4 будут пускать, 4 печки, все. Так, сложить. Сложился? Сложился, окей. Так, 4 печки, поехали. 4 печечки. Которым нужен камень. И все, да? Реально только камень нужен? Да, тут камень. Ну, держите свой камень. Так. У вас не надо рецепт указывать. Привет, White Tiger. Так. Вольфрамчик. Иди под землю. То, что у него тут одного блока не стояло, он автоматически не убрал эти штуки. Надо было доставить. Так, тебе надо вот сюда. Так. В какую сторону? В эту, наверное. Нужно ли мне на... А мы сейчас посмотрим. Каменный блок, ты где-то еще нужен? Производится, собирается, используется в... ну в электропечи, кстати. А нужны ли мне электропечи? В стенах? Ну, стены. Нет, наверное, стены я не буду здесь производить. Смысла в этом не вижу. Стены мы не будем производить. Что там еще было? Железобетон, это мы понятно. Электропечи
печи, электропечи. А есть какие-то более крутые печи? По-моему, нету, да? Да, создаются в этих. Короче, электропечи, ну, блин. Как будто бы можно отдельно камень еще раз переплавить для электропечей, если не все... Короче, да, мы будем отдельно плавить, если нам вдруг понадобится. Не будем выводить на общий конвейер. А, пускай будет здесь. И можно, наверное... Нет, в другую сторону выпускать такое себе. Я бы здесь, наверное, сделал, чтобы он на эту в одну сторону все складывал. Так, электричество. Так, мы одним не запитаем, да? И, кстати, если мы сделаем там же этот столбик. Блин, может начать производить эти крутые столбики? Те, блин, столбы. Вот, столбы. Если качество здесь нельзя посмотреть, да, качество? Здесь нельзя посмотреть. Ну, короче, у столбиков высокого качества, которые необычные. Сетка области снабжения 9 на 9. В отличие от обычного, у которого 7 на 7. Если бы у нас сейчас было бы здесь 9 на 9, то мы бы вот эти конвейеры... манипуляторы бы задели электричеством. Да, надо бы, кстати, наладить такое производство. Мне оно нравится. Но проблема в том, что... кучу столбов производить. Хотя, качество, конечно, интересная эта механика, но без разборочного автомата она как бы нам плодит кучу ненужных ресурсов. Так, а как выбрать только через эти, да? Дрон, давайте вот сюда эти штуки. Столбы как бы в любом случае нужны. Сейчас эти дроны донесут, освободим. Так, а вы можете донести? У меня же стоит этот... вроде стоит, и он в зоне, да, должен забрать. Так вот, по-моему, несут. Давай, неси. Им, короче, крутые столбы производить. Что там, кстати, по солнечным панелям? 3 третьих и 35 вторых. Ну, 35 вторых, кстати, неплохо. Но это мы... Сундук, я так понимаю... А, кстати, сундук до сих пор... А почему не полный? Или чего-то не хватает? А, ты очень медленно крафтишь. Ладно, пускай очень медленно крафтит. А, так, стой, стой. Ой, блядь, уже второй. Блин. Ну, а, ну, кстати... ну, пойдет. Да, он сюда как бы все равно сотню не скрафтит. Вообще, они будут влезать в один сундук. Пофиг. Засоряет один сундук. Так, тут что у нас? Два столба приходится ставить, потому что не достают. Кстати, у меня есть подстанции, по идее. Если что, можно было подстанциями пользоваться. Подстанции 18 на 18 сеточка. Что тебе нужно? 10. Ага. Okay, через эти можно посмотреть. Да, подстанцию поставил. Тут прям... Все сразу запиталось. Можно, кстати, даже с двух сторон запитывать. Блин, а что я подстанции не делаю? О-о-о-о. Реально, здесь просто поставил, у тебя реально половина заводов запитана. Он даже до этих, он даже до литейных достает. Жесть, крутая штука. Кстати, да, какие необычные эти, когда есть подстанции. Их надо накрафчивать. У меня проблема в том, что они не крафтятся здесь нигде. Стальная балка, медный кабель. Блин, а надо накрафтить. Крутая же штука. Я и забыл про нее. Стальная балка, медный кабель. Продвинутая схема. Блин, так лениво, но... Короче, потом. Так, литейная здесь нужна. А, литейная одна штучка. Вот здесь с краешку пускай стоит. Забирает отсюда каменный блок. Ты крафтишь железобетон. Точнее, обычный бетон. А, тебе нужно чуть больше ресурсов. Тебе вода нужна? Можно сделать... Без расчета на будущее. Я, кстати, наверное, не влезть. Блин, подальше бы поставить. Сейчас, нет, наверное, не здесь будешь стоять все-таки. Чуть правее. Здесь, наоборот, левее поставлю. Вот так. Так. Короче, у него два ресурса требуется, но если что, если нам надо слева будет внезапно еще один поставить, то мы можем сделать
получается как? Мы можем сделать вот так вот, например. Так вот, вот так вот. Это наоборот подальше надо делать. Впрочем, мы сможем, если что, вывести на этот, на следующие заводы. Так вот под землей провернуть, здесь поставить вторую, да. Короче, это все у нас расширяем на самом деле. А пока просто напрямую подключаем. Так, вода. Где у меня здесь пробел? А, вот тут вот. Тут вот. Так. И что тебе еще нужно? Тебе нужно железо. Железо ты стыл. Сюда, по-моему. Все. Пошло производство бетона. Так, и бетон на 6 вот таких заводов. Мы хотим, да? Так, ты будешь выкладывать сюда. Идти будет в эту сторону. Так, а же заводам нужно же много всего. Что там еще им нужно? А, бетон нужен. Есть, железный прут нужен. Надо, кстати, рассчитать. Ну, наверное, там одного тоже железного. Этого хватит прута. А, стальная балка. Стальная балка тоже есть. Железные пруты, короче, надо накрафчивать. Да хватит тут ползать. Чё ты ему кричишь? Куда он крикнул? Отсюда? Тихо там будет. Я сейчас ядерку в тебя запущу. Так, так, а что, погодите, нужно железо? Там, по-моему, кроме железа ничего и не надо. Да, халям. Ого, кстати, можем прямо здесь поставить. Я хочу, чтобы не ошибиться, посчитать, что хватит ли одного железного прута. Одного завода. Так, 4 за одну секунду. Поехали. Целить. 4 штуки за одну секунду с производительностью 50%. Это у нас кто? Железный прут. Так, нам надо делать, получается, для 6 заводов, которые требуют... Чего вы требуете? 8 за 15 секунд. 8 штук за 15 секунд. Для заводов, которые делают 75 скоростью. Хватит ли одного? На 60 одного хватит. Ну, кстати, предполагаем, что на вода с запасом хватит. А, кстати, можно прямо здесь бахнуть мою крутую схему. А тебе же... Да, железо ему нужно. Я прямо сейчас расширяемся. То есть я уже приметился, можно ли так расшириться? Да, можно. Поэтому уже надо делать. Так, получается... И если вдруг мы захотим еще так раз расшириться, надо вот это продумать. То есть получается вот сюда, здесь, если что, подземный... А подземный сюда пройдет, да, все. Так, а ты делаешь железные прутья. Так, и ты делаешь железные прутья, но выкладываешь их на другую сторону. Так, развернись. Да. Здесь получается, в смысле, нет. Почему в другую сторону идет? Погодите. Нет, стоп, он должен не в эту сторону, он должен в эту сторону идти. А, я потому что хотел сразу... Нет, это плохая идея сразу делать. Это нет, это я зря, кстати, так задумал. Надо разворачиваться и крутиться вот так вот. Так, доставай. Там, так, электричество. Держи свое электричество. Ой, стоп. Как это сделать-то, блин? Так, да нет, не так. Стоп, сюда нельзя подключать. Чтобы только по одной стороне шло. А, нет, зачем разделитель-то? Стоп. Разделитель нужен не здесь. Тебе нужно просто... А, просто такую закорючку сделать. Чистим. Все, теперь нормально. Блин, вот бы у манипуляторов была эта галочка, типа, выкладывает на ближнюю часть конвейера, а не на дальнюю. Какие бы такие эти закорючки не нужны были бы. Так, 6 заводов. 6 заводов для вот этих. А, стоп. Там же еще вода нужна. Мы можем сделать...
Еще сталь нужна. Блинский. А, сталь, давайте сталь. У меня тут сталь. А сколько ты кратишься? 15 секунд где-то, да? Получается, манипулятор успеет тебе даже дальний закинуть. Я бы на самом деле просто вот эту поближе бы, наоборот, держал конвейерную ленту, потому что синенькие манипуляторы быстрее, чем красненькие. Хотя лучше они будут брать с ближней части, а вот стальные балки, поскольку их нужно... Во-первых, их нужно меньше. Нужно всего одна. То есть ему красный манипулятор спокойно с этим справится. А? Технологии используют. А, у меня ачивки слетели, серьезно? А почему? У меня потому что я не отключил, наверное, этот мод. Блядь. Блядские моды. Причем это мод, который просто нужен, чтобы другие моды активировать. А, ну ладно. Не страшно. 4000 продуктивность ты изучал, да? Это 5000. А почему 5062? Везде так? Нет, везде ровненько, везде нолики. Почему у тебя 5062? Блин, откуда взяла цифра 62? Почему 62? Ях. Нигде таких нету, этих штук. Так, это что такое? Это объект, наверное, строматолит. Это не на нашей планете, да? Это другая планета, не-не-не. Так, ну давай сталь, 562, а дальше? А, 7593, что? Что это за цифры? Откуда он их берет? Кто бы из воздуха придумает? Так, где мне там разделить? Ага, вот здесь вот. 4. А, сразу по прямой. Так, все, сюда сталь идет. Так, 6 заводиков. Вода же еще нужна. Ну, можно, короче... А что ты не делаешь? Железо кончилось. Опачки. А как оно так кончилось? Походу, уже железных этих надо. А. И что? Так что? А, здесь нету. Железо просто подключить нужно. Согласен. Что-то я как-то пропустил момент, где я разъединил их случайно. Так. 6. 6. Нет, не так, стоп, не так, не так. Ну, куда я воду-то пущу? Короче, для воды есть... для труб, точнее, есть и система. Вернее, воспользуемся. А немного, конечно, громоздкая, но зато рабочая. Примерно то же самое, что и здесь, на самом деле. Так. Мы так трубы ставим, сюда трубу ставим. Да, эти штуки соединяем друг с другом. Вот так вот. А здесь пускаем подземные эти трубы на другую, следующую такую часть. Оно? Здесь будет вроде оно. Да, нет, все нормально, нормально. Так, тогда теперь манипуляторы, вы будете синенькие быстренькие брать сюда, вы долгие красненькие будете брать с дальнего, электричество, так, еще выгружать надо, да? А куда мне тебя выгружать, на конвейере хочу железобетон пускать? Еще раз, для кого железобетон нужен? Для... литейных, электромагнитный завод. Это все у нас пока еще нету. Для рельс только? Стоп, а зачем я его крафчу? Серьезно, кроме рельс он нигде не нужен? Нет, стоп, он где-то еще был нужен. Я реально его просто так сейчас накрафтил? Не, ну... я не знаю, сколько мне рельс понадобится. Может быть, тебе много понадобится. Ну, вопрос в сундук тогда, получается, складывать или конвейер пустить. Может, сразу начать рельсы крафтить? Чего вам надо?
Сталь, рельсы, железобетон. Сталь, железобетон. Или тени еще нужно крафтить, да? Я не знаю, зачем я вообще железобетоном занялся. Ну, железобетон можно тратить на декоративный пол. Будем пол делать. Ладно, сделали так сделали. Или там подземный портов. Давайте временно подземный заменим на обычный. Скопировать можно было. Вода. Согласен. Вода. Раз, два, три. Вот здесь мы сделаем разделение. Здесь не разделение должно быть. Должен быть приоритет влево, наверное, вот так вот делать. Даже можно, наверное... Ну, здесь нельзя так делать, потому что мне на второй полоске критически нельзя делать другой этот ресурс. Поэтому здесь только так. А вот здесь можно, в принципе, и так побаловаться. И с ним. Так, железобетон. Ну, блин, отдельный конвейер. Как будто бы в сундучок надо складывать. Или прям на отдельный конвейер хочу. А, я делал железобетон, да, это, я делал просто, чтобы чуть ниже опуститься, чтобы дойти до вот этого уровня. До уровня химзаводов. Потому что с химзаводами мне должны уже начать делать... Кого там для пластмассы нужен? Попутный нефтяной газ. У меня чуть-чуть ниже, наверное. Или можно с этой стороны сделать уже попутный нефтяной газ. Где-нибудь, ну, блин, наверх вести такое себе. Хотя попутный... Блин, а это получается... Мне нужно больше места для труб было все это время. А, ну мы можем... Короче, наверное, все с одной стороны буду с трубами связанные делать. Чтобы они особо это место не занимали. Так, нет, железобетон я хочу, наверное... Блин, я не знаю, куда я хочу железобетон. А, что ты не делаешь ничего? Вода закончилась. What? Че, вообще не хватает для воды? А почему? А что воде не хватает? Вода, почему стоим? Что, выход заполнен? Походу, труба не подключена или что? А, ну да. Если что-то закончилось, значит просто не подключено. Как будто бы на этой планете ресурсы не должны заканчиваться. И бетон закончился. А, бетон закончился, потому что тоже вода не была подключена. Логично. Окей. Блин, я бы на самом деле еще что-то здесь построил. Еще что-то не нужно, да? Блин, ну... На рельсы, рельсы здесь накрафтить. Рельсы. Ну, можно рельсы, просто не хотел. Я хотел все в одном месте скрафчивать, что вот именно не на конвейер пускать, а вот в сундучки складывать. Стальная балка, железобетон. То есть вот эти штуки, я, кстати, не уверен. Ну, мне, наверное, пригодятся эти штуки. Они просто сейчас мне как будто бы особо не нужны. Я пока не понимаю, куда мне их использовать. Мог бы я по ним ходить. Я бы их использовал, чтобы я мог перемещаться через какие-нибудь неудобные места. Но я, увы, ходить по ним не умею. Железобетон, был камень. Ой, как неохота это крафтить. Как же неохота это крафтить. Вот это, кстати, штука супер лайтово крафтится. То есть тут вот, проблема вот в этом рецепте, то что здесь зачем-то рельсы нужны. А здесь рельсы не нужны, потому что это опора для рельс, на которую в будущем надо ставить, что ли, рельсы. Это так работает? Кстати, реально, я не знаю, как это работает. Ну-ка, машинка, где ты там? Может быть, она поэтому не требует рельс, потому что никак бы на нее... Вот эта штука так ставится, да? На ней рельсы уже есть. А вот на опоре рельс как бы нету. У нее тут миллиард просто кручений, да?
То есть это просто опор. Они нету самих рельс. То есть рельсы. И нет с собой рельс, блин, не проверить никак. Я могу? А, я могу скрафтить. Давайте парочку скрафтим. А, он авто... а, он автоматически предлагает ставить опору. А зачем я сам поставил? А, ну я могу сам вручную прокладывать, да? Ну, не рельс, чё? Чё там у вас? О, это, кстати, а где это? Стоп, это вообще... А, это на уране. Нормально у вас всё, блядь? Вы чё, твари? Валите отсюда. Пиздец. Так, срочно ведём этот... Срочно, срочно. А, так, не то, где мои эти? Ну, я, кстати, хорошо, что я начал уже это сделать. Надо, короче, доводить до сюда, дрон станции. Что будем здесь лазерную оборону делать? Вообще, я хотел... А, блин, я забыл, да, у меня же этот... Что-то там с ураном не пошло. А, я центрифуги крафтил, да-да-да. Я, короче, уран что-то закончился. Сколько у тебя там киллов? 216. Охереть. 239. Нас они тут убивают, 164. Да, 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 да. Внезапно, внезапно. Ладно, переключаемся на эту область. Что они мои радар не трогают? Блин, какие твари. Они очень близко подошли. Но зачищать... Я как бы... Раньше я всегда зачищал такие паки, когда они рядом с моей базой строились. Сейчас из-за того, что как бы я на другой планете слегка... А, тяжело с другой планеты что-то зачищать. Приходится оборону держать. Надо лазеры. Блин, вот я лазеры как бы не люблю ставить на таких удаленных добычах руды, потому что если какой-нибудь столбик сожрут вот здесь, вот, то эта вся моя система лазерная пойдет нахер. Поэтому по-хорошему надо... Блин, это я не знаю, как сделать. Я бы как бы оставил такую систему, но здесь надо пополнение патронов как-то вот завозить. Я вот, не знаю, может поезд какой-то настроить. Я просто не умею это делать, надо, наверное, научиться. Короче, у меня есть идея сделать то, что вот есть поезд, у которого чисто всякие патроны, турели, столбы, стены, починящие эти штуки, чинящие, чтобы как бы поезд сюда приезжал, пополнял сундук, который здесь стоит с этими ресурсами, и дроны здесь это как бы все чинит, если вдруг кто-то нападает, типа вот этого. Но это я не знаю, как такой поезд автоматизировать правильно. То есть как им, например, сказать, чтобы вот у меня, например, здесь закончились какие-нибудь турели, ну или починки, как они называются, ремонтные эти наборы. Да, ремонтные комплекты. То поезд, как бы ему поступал запрос приехать на эту станцию, выгрузиться. Не столкнуться с поездом, который по этим рельсам ездит. Потому что у меня здесь проблема, то, что еще монорельс идет. И нет второй части. Все, здесь у меня развилочка есть, как бы, да. Точнее, наоборот. Здесь, короче, две полоски, они, в принципе, разъедутся. Вот здесь как их... Как бы не попасть в ситуацию, что вот этот поезд уезжает сюда, этот приезжает сюда с ресурсами. Надо отдельно эту станцию будет сделать, да? И еще... Запрос, короче, как запрос отправлять? Я не имею запроса поездам отправлять. Так, что там, станции ставитесь? Очень медленно ставят эти станции, но их надо поставить. И тут рядышком, тем более. Да, надо прям must-have это сделать. Надо еще по-хорошему... Так, где у меня сундук стоит? Вот здесь, по-моему, сундук стоит. Скопируем. Здесь еще такой же сундук поставим поближе. Так, дрон умеет летать, поэтому им нормально. Так, и еще один сюда поставим. Единственное, что тут... Стоп, а у меня... Нет, сундук. В нем запросы. На стены есть запросы? Да, стены. Лазерные турели. Ну, блин, а тут, там вот нужны патроны уже. Надо урановые патроны сделать. Нет, центрифуги они начали мне 238 перерабатывать. Не стоит АФК. Почему? А, потому что рецепта нету, блин. Какая тупость. И все это время стояли АФК. Тут что, накрафтил? О, накрафтил. А, стоп, если накрафтил, значит, ты должен был здесь заполнить. Мне, кстати, надо поезда уже, получается, переводить. Да, 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 да. Надо переводить поезда на урановое топливо. Каким-то образом. Тяжело это немного с этой базы, точнее, не с этой. С другой планеты делать. Блин, ну что, даже руки тут прям настроились, нихера. Их реально очень много. Жесть. Вы что себе позволяете? И тут, охереть. Не, кстати, правильно стало то, что вот эту систему вести, это мне прям надо. А здесь у вас что?
Вот здесь, кстати, проблематично дефать. У меня, конечно, здесь есть запас. Но опять же, вот я говорю, вот такие штуки, надо как-то вот такие запасы. Вот у меня есть сундучок всякими этими стенами, турелями. Починка кончилась? Нет, починку они себе, скорее всего, забрали, да. То есть надо как-то вот эти объекты пополнять. Плюс еще самих дронов можно пополнять. Как вот сделать запрос поезду на такую пополнение? Да, блин, кто-то поставит сюда или что? А, эти электричества не хватает, блин. Все, увидел. Забываю про электричество. Блин, так, запрос поезду. Надо как-то потестить. Вот у меня, например, есть здесь сундук. Ладно, у меня здесь нет сундука. Дайте, где у меня есть сундук. Запроса мне нужен. Не знаю, как это вообще сделать. Например, у меня здесь станция. Как бы мы можем коннектиться со станцией, например. Включить и выключить. Отослать в поезд. Установить лимит поездов. Считать содержимое поезда. Считать идентификатор. О, я могу считывать с поездов штуки, да? Это там, да, опять у меня сверху. Ну, вот если на нижний прут, то да, немножко проблема. Ну, верхний пока еще с патронами. И как же это сделать? Сейчас от остановки. Не знаю, как это сделать. О, задать запросы. Устанавливать логистические запросы для сундука, основываясь на сигналах из логистической сети. Да, но? Тогда это единственное, что не... А, это синенькие, у меня больше синеньких тут нету, да? Сигнал, я не понимаю. Это не то, как будто бы. Это не то. Что появляется, что проверяет логистический... Блин, я не понимаю, как это сделать. Как будто бы никак. Сами поезда не умеют быть с логистической сетью на одной волне. Так, у тебя электричества тоже нету. Держи свое электричество. Можно, кстати, здесь, поскольку мы по прямой идем, то скопировать сразу вот так вот. Прямо как бы так можно делать. Этот чел приехал сюда. Может быть, ему еще один вагончик подцепить? Ну, блин, я не хочу еще один вагон. Ой, все, патрон закончились. Ну, мы строимся, строимся сейчас. Да, да, держитесь, держитесь там. Держите оборону, защищайте кадоев. Блин, они сейчас здесь прорвут. Блять. Я не могу никак вернуться сюда. Дроны, дефайте. А, все плохо. Нужно лазерные турели сюда срочно. Срочно лазерные турели. Дроны, блядь, быстрее. Ну и так все плохо. Ну вы чё, видите, пиздец происходит. Где вы, блин? Где эти... глупыши? Куда ты летишь? Ты кто? Чё он несет вообще? Что это за дрон? Камень? Камень несет? А, он разбирал. А где те, кто несут... О, о, несет, несет, несет. Давай, 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 давай. Несись. Что несешь? И же немедленные. Все, энергия кончилась, не кончилась, донес. Все, герой. Ой, где я? Я на вулкане. Так. Еще. Что там влазит? Лади, да, еще тогда строим. Сразу же.
По-тихому не получилось сюда достраиваться. Пришлось резко переключиться на эту область. Тут бы, кстати, криво стоит. Блин, реально крипо. Ладно, неважно. Главное, что как бы лазерные турели задеваем. Так, надо сразу же сюда сундучочек. Давайте быстренько сундучочек. Где этот сундук? А, где, блин? Где-то в лесу поставил его. Я, короче, ладно, тот я уже не найду. Еще раз этот. Кстати, может, найду? Он, по идее, должен быть заполнен. А, возможно, просто не попал в эту сеть. Его надо переставить, не уверен. Давайте, короче, вот этот сюда. Ой, что это такое? Какая руда. Где ты тут? Копируем тебя. Что здесь? А, пока... Нет. А, это провода. Перепутал. Так, я его потерял. Вот он. Так вот, лазерная турель. Мы сейчас там лазерными турелями будем дефиться. Здесь это рядом с базой нас же нашей, поэтому здесь не страшно лазерными турелями подефиться. Ну, кстати, у меня была мысль здесь организовать нормально дронами это обеспечение всякое. Блин, если они пойдут сюда... Блин, у меня здесь турели еще нету. О, нет. Какая ошибка. Короче, надо, чтобы они на верхней агрились, не на нижней. Но они очень хорошо на нижней агрятся. Дроны, блять, ну что, ну где, ну дрончик, ну давай, ну кто там летит? Ну чё вы такие медленные? Критическая ситуация. Это не учебная тревога. Давайте, давайте, давайте. Ты сундук несешь? Какой сундук, блин? Ты что несешь? Скажи, что дрон-станцию хотя бы. А столбы кто несет? Где столбоносы? Это, видимо, они, да? Так, хорошо. А теперь... Здесь, кстати, дрон-станция под угрозой. Поломки немножко. Ее могут снести жучки. Так, тихо, тихо, не нападайте. Сейчас это... Короче, надо сразу строить, не ждать красоты, что уже нужно дефиться. Так, отсюда он достанет, да, все достанет. Сюда срочно сундук. А, сундук, кстати, сундук можно было, по идее, сюда сразу же ставить. А, сундук, где сундук, блин? Сундук зеленый. А, сундук зеленый вставить. А, да, лазерные турели, да. А, нет, они пошли. Стойте, стойте, стойте. Верхняя, верхняя, здесь патрон. Блять, последний патрон. Ой, пизда, не успели. Давай, 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 на эту турельку, давайте, хотите, теперь эту турельку. Суки, суки, турельки жрите. Верхние начнем идите. Блять, два жука, ну нету, не два. Ой, фу, придурок. Этот сломает, сломает. Гнида, блять. Ну, ёбище, блять, ну подойди ты выше, скотина, сломал. Чё, доволен собой? А, ну ты ещё, ну давай, блять, еще одну сломай. Конечно. Самый умный, блять, да, в пати? Кстати, может, наверное, если они куда-нибудь сюда пойдут, поездом их попробовать задавить. Сломал? Верхнюю? Давай, давай. Ой, блядь. А чё вы-то согрелись? Идите в жопу. Пиздак. Ладно, они хотя бы на эту агрятся. У этого патрона еще есть. Ух, держимся, держимся. Так, заказ срочно, срочно заказ. Но мне без этой херни ничего здесь не построится. Ой, лазерные турели нужны. Лазерные турели, где вы там? Какие, блядь, заводы? Где мои лазерные турели? Что это? Что это за хуйня? Нет, где мои лазерные турели? Блядь, они сюда не влезут. Снесите эту хуйню, короче. Она все равно не работает сейчас. Так. Быстрее! Где вы, блядь? Ну что, ну дроны, ну дроны, ну блядь, ну вы издеваете? Один? Вы чё? Приколисты? Возможно, здесь... Ну блин, у вас есть вот здесь вот эти дрон-станции. Очень далеко, короче, летает дроном. Не справляются бедняжки. А вы заполнили здесь сундук где-то был? Блин, я этот сундук найти не могу. Главное, чтобы вы дроны могли найти. Да, это заполнили. Хорошо.
Надо, чтобы сюда дрон-станцию поставили. Ой, тут лишний столбик, ну хрен с ним, неважно. Да, это вдруг если вот это сломать, чтобы на другой переключилось. Да, этот не достает. И неважно, короче. Все эти столбики. А, кстати, они заняты строительством, правильно, да. Где вы, лол? Что, я не понимаю, они работать будут? Что, дроны какие-то... Дрон-станция, окей, сейчас вот это блять, ну тут и не... Вы издеваетесь. Ну, короче, да, у них и зарядочки не хватает долетать. Слишком далековато для них. Поэтому я хочу поездом именно доставлять дронов и все, что им нужно сюда сразу. Но я не знаю, как это делать. Че, вы лопеть ломать? Ах, так и не, да. Пизда вам скоро. Ой, блять, твари. Ну, дроны, блядь. Дроны чуть-чуть не успевают. О, нет. Надо, знаете, какой-то... вот сюда, чтобы сразу летели, да, поменьше чуть-чуть сделаем. На всякий случай, короче, чтобы первую оборону сделать. Пока у нас это в радиусе. Короче, чтобы первые полетели, потому что пока другие полетят, там еще разобрать надо. Так, сейчас это не логистическая сеть. Вот это логистическая сеть. О, полетели, полетели. Давайте, давайте. Спасительная миссия, здесь желтенький, беленький, давайте, 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 очень надо. Пизда, там отряд. Блин, он разбирает, он чинить, нет, лазерку поставь. О-хо-хо-хо-хо. Сюда, лазерка, сюда, так, так. Блять, ну нам нужен столбик, без столбика лазерки не работает. О, это забирать пришли, да, это похуй. Это не то, это не то, это вообще не то. Блин, столбик, вот сюда бы столбик, или сюда бы столбик. Блин, тут, кстати, изначально стояли столбики, они неправильно стояли, пришлось снести их. Ну, дроны, донесите столбик. Блин, и тебе не хватает столбика, да? Они столбики не тащат. Они дотащили турельки, но столбики. Почему столбиков нету? У меня же там куча столбиков. Куда вы, блядь, куда вы, куда вы, куда вы? Чё, у вас там снизу еще какие-то нападения? О, нихера тут отряды, кстати. Слушайте, драны засуетились наконец-то. Наконец-то поняли, что здесь не все так просто. Так, а зелененький сундучочек я поставил? Да, поставил. Но его пока что еще не трогают. Блять, вот этот столбик нужно. Сюда, пожалуйста, пожалуйста, давай, давай, давай. Все, хана, давайте, ну давай, давай. Нападай, блядь, давай, давай. Ну что? Че смотрите? Нападайте. Я теперь поржу над вами хоть. Ух, сейфт. О, да. Чё они? Умники, блядь. Построили свои домики, да? Теперь сосите. Кстати, а чё у меня, кстати, да. Как много, вот, например, за последний час лазерные турели пожирали энергии? Ну, топ-4. Ну, такое. Если что, я могу ядерную энергию расширить. У меня больше производилось. Но в целом... Ой, это лазерный турель стреляет, да? Ну-ка, они же, да? Кто это? Ну-ка, последняя минута. Блять, кто это был? Оранженький кто-то. Маяки? А, нет, вот да, лазерный турель. Лазерные турели постреляли. Энергия потратилась. А кто... Стоп, что? Синенький это кто? А, электропечи заработали. А почему весь график расширяется? А, это потому что, наверное, меняется... Да, вот здесь меняется, я понял. Я думал, у меня просто все резко начинает расти, но нет, это не то. Так, а вот здесь вот лазерные турели. Нет, а как-то... А, вот, показывает их. Вот здесь немного постреляли. Ну, кстати, они за 10 минут 2 раза постреляли, можно сказать. Чтобы вот именно колоссально так было. А здесь вообще не видно. Не, у меня... Да, у меня электропечи жрут энергию. В 100 раз больше, чем эти лазерки. А, и сейчас у меня электропечи не работают, слушайте. А что будет, если у меня будут электропечи работать и лазерные? Вы сейчас работаете? Как будто бы нет. Так, сколько вы там сейчас, надо это посмотреть. Вот у них тут горки постоянно туда-сюда, да? Это сколько вы жрете? 96 миллионов? Или что это? Что такое 96М? О, 97М.
Вот в этот период времени бы посмотреть, что у меня по энергии, сколько тратится, сколько не тратится. Если что... Так, ну тут у нас шоу, наверное, закончилось. Лазерное шоу больше не будет. Так, наверное, я бы все тогда перевел. Блин, я просто вот, если они сюда придут, сожрут вот это все. Не знаю, может быть... Вот здесь можно оборону сделать. И... Блин. Ну, я как бы не думал, что у меня здесь что-то не так пойдет резко. Я здесь... Ну, короче, блядь, боюсь вот этих челов. Они просто придут сюда и сожрут моих дронов. А, ну можно здесь защиту лазерную сделать, лол. Лол. Просто сделаем лазерную защиту. Так. Поехали. Вокруг столбиков поставим. Пускай столбики защищают. Я на секунду испугался, но моего персонажа тут нет. Можно и не пугаться. Так. Давайте здесь тоже поставим. Самое главное, чтобы Кусаки одновременно несколько гнезд не нападал. Чтобы, короче, одновременно все на меня не стали нападать. Тогда они перегрузят электросистему, и она не справится с ними. А так пока справляется. Так. Кстати, верхние меня до сих пор не трогают. То есть мы их сколько задеваем, вот этого жучка, да? Он не говорит то, что ему не нравится, то, что его загрязняют. Терпило. Мог своим друзьям сказать, типа, меня тут загрязняют, идите разберитесь. Они пошли бы сдохли об нас, а так он терпит. Правильно делает. Так, вот это я, наверное, тогда все тоже снесу. Как бы система рабочая, но у нас нету под нее. Автоматизации под нее нету. Можно устроить. На самом деле можно, да, немножко вернуть как было. Хочу ли? Наверное, вообще, вот, учитывая, что у меня этот уран рядом с моей базой, плюс-минус, наверное, пофиг, я снесу это, построю лазерные. Просто боюсь сносить, вдруг сейчас нападение будет, а мне здесь все сносится. И не успеет новые нормально поставить. Ну, они как бы, нападение пошло. Ой, блядь. То, о чем я и сказал. Это ровно то, о чем я и говорил. Ай, блядь, дроны. Разберитесь. Чините турели, что ли, не знаю. Или поставьте, блядь, они убирают. Не убирайте, пожалуйста. Какая тупость. Причем сам же сказал об этом, да? О, прилетели, прилетели. Давайте ставьте обратно. Только толк от того, что вы ставите, если надо, блядь, электричество провести. Вообще вся проблема в том, что у меня здесь электричество не зациклено было. Я вот не заметил этого. Так, ну они пока что догадались только чинить. Столбики поставить не догадались. Надо, чтобы догадались до столбиков, иначе сами подохнут. А дроны себя как-то чинить умеют или у них... А, как будто бы они, кстати, сами по себе восстанавливаются со временем. Их не убьют. Ох, много же здесь дронов поляжет. Эй, поставьте столбик сверху, пожалуйста. На столбоносцы где-то летят. Вроде бы решили проблему, да? О, столбоносцы, это вы? Столбоносцы. Ну, ждем столбоносцев. О! О! А другие прилетели. Фух. Отбились. Отчинивайте теперь это все. Че, сколько там потерь? 6 дронов? Ну, 6 дронов бывает. Возместим. Не страшно. А починка у меня где-то крафтится, да? Кстати, возможно, починка... Где у меня починка крафтится? Так, ну-ка, кыш все. Ничего, ни хера не видно. Здесь, наверное, где-то... Вот, да. А, они по сотне стакаются. Понятно. Не страшно.
Ой, блин, без загрязнения такая база красивенькая, кстати. А чё вот это такое? А, у меня здесь ничего нету, да. Ну, как бы стрёмно здесь ничего не то, что у меня нет. Но вряд ли здесь кто-то будет проходить. Турель, если что, задефает нормально. Как бы зона покрытия турелей, это вот это... Да-да, она закрывает, как бы, если что. Мы задефаемся там. Эй. Ай, блин, самое проблемное, то, что они отсюда не уйдут. Они тут так и продолжат стрелять, пока я им базу не разнесу, а мне нечем им базу разнести. А есть какие-то... Мёд, какая у тебя дальность? Агладфея, действие... А где дальность, не понимаю. Минимальная... А, вот минимальная дальность, дальнобойность. Дальнобойность это называется 30. А лазерки? 24. У тебя 18. Огнеметы дальше, чем лазерные турели. Нифига, я, кстати, не знал. Но огнеметы это что? Это там, по-моему, нефть нужна или что-то на топливо, что-то такое. Да, сырая нефть, причем нужна. У меня есть нюанс, что у меня нефти на карте вообще нету. О, пошли, пошли. Давай, давайте, идите. Блин, проблема в том, что они бесконечно плодятся. Здоровье, 608% от эволюции. Там раньше какой-то коэффициент... А, он, коэффициент 0,85. Это, ну, это еще слабенький. По-моему, там жопа на 95 примерно, да, начинается. 95-97, вот это вот. А, что-то такое я помню, блин. Не знаю, как-то надо их домик. Походу, артиллерия защищать их домики должна, да? Я, кажется, начинаю понимать, зачем нужна артиллерия. Типа я приехал, вот эти домики зачистил. Ну ладно, видимо, да. Так, что у нас тут? Что это за херня? А, блин, все это время мог железобетон в сундучочек складывать. Давайте в сундучочек будем все равно складывать его. А, я так не смог решить, пускать ли мне его на конвейер или нет, да? Все, у меня зеленый конвейер. А второй зеленый конвейер потенциально. А конвейер с чем-нибудь еще, с красными, например, и бетон. А? Смотрится же, да? Зеленые схемы, красные схемы и бетон. Ну, канонично, как будто бы, да? А, ладно, неважно. Так. Тут что у нас? Уголь идет. Уголь, кстати, у нас не добывается до сих пор. И сети идут, эти идут. Надо что-то еще такое здесь накрафтить. Вроде бы задефали. Ой, конвейеры закончились внезапно. Внезапно. А я там вроде отключил крафт конвейеров заодно, или нет? Блин, надеюсь, не отключил. То будет неловко немножко. Так, куда я иду? Я наверх. Да, я не туда иду. Я уж слишком низко там нахожусь. Я привык, что отсюда мне надо вот так вот пройти. Я уже как бы дошел сюда. Так, а вы что ничего не делаете? Блин, тут так спокойно, кстати, по сравнению с той планетой. Никто не нападает, ручки ползают как бы сами по себе, нас не трогают. Так, чё я пришел за конвейером пришел? Кстати, буре, а чё вы не кратитесь? Этой штуки у вас нету? А давайте будет, пускай. Так, запрос на штуку. Ой, у меня красненькие кончились? Жесть. А, так, вот эта штука вам нужна. Давайте 30 штучек. Крафтиться тогда будет... Уров. Я не знаю, сколько мне надо. Пускай 3 пачечки. А они по 50 стакаются? И сколько? На размер в пачке 20. Не, если по 20, тогда пускай 3 будет. А, мне нужны электробуры. Эх. А, электродвигатели нужны? Что? Короче, ладно, сколько накрафтится, столько накрафтится. Неважно. Излишки нам все равно... Короче, да, потом их нам будем крафтить.